Нашему центру уже год. Мы собираемся, чтобы делать добрые дела. И вот результат. Меня зовут Глущенко Оксана Юрьевна, юрисконсульт центра «Помоги советам». Приходите к нам, будем рады вас видеть. Общественная приемная – это место, где вы можете получить бесплатную юридическую консультацию. Здесь подскажут, как решить свои проблемы с властями, как грамотно оформить трудовой договор, как взыскать элементы. За год сюда обратилось более 800 человек. Многие приходят не один раз. Еще специалисты приемные проводят открытые семинары по правам абитуриентов, правам призывников и ипотечному кредитованию. Проект «Дворы нашего детства» проходил летом. Добровольцы приходили во дворы и обучали детей русским коллективным играм. Цепикованные, красочки, разбитое зеркало и многие другие. Это народные игры, в которые мы сами с удовольствием играли в детстве. В них можно играть вдвоем, втроем, но еще веселее в них играть всем двором. Во время игр дети так подружились, что до сих пор приходят в гости в центр «Помоги советам». Завершающим этапом проекта стал дворовый чемпионат по лапте. В нем приняли участие около 10 команд. Так что бейсбол отдыхает. На форточке мы путешествуем по карте мира, не сходя с места. Наш маршрут – Ирландия, Египет, Германия, Молдова и дальше. Мы знакомимся с культурой, традициями, обычаями разных стран. Мы поем песни разных народов, танцуем немецкий променад, ирландскую джигу, украинский гопак. Открыть окно в Европу, Азию или Африку, вдохнуть запах египетских пустынь, услышать арабскую речь, попробовать украинские галушки. Можно придумать много способов, как стать на часок канадцем, японцем или малайцем. На поездку за границу не у всех есть деньги, а на форточке можно увидеть другую страну совершенно бесплатно. Школа самоуправления не учит тому, как управлять собой. Она учит тому, как управлять другими. Чтобы научиться сотрудничать с администрациями школ и вузов, школьники и студенты прослушали ряд семинаров. Они узнали, кто есть кто во властных структурах, куда можно написать жалобу, кому можно обратиться за спонсорской помощью. Когда хочешь научиться сам решать свои проблемы, важно знать, в какую сторону сделать первый шаг. Обо всем этом и рассказывает Михаил Егошин, руководитель проекта «Открытая школа самоуправления». Самоуправление для меня – это не какое-то абстрактное понятие, а образ жизни. И важно не только самому быть активным, но и чтобы другие люди также были активными. Ведь это здорово. А это Сергей Курносов, руководитель проекта «Чудеса своими руками» и «Новогодний подъезд». Этот конкурс проводился летом. Для участия в нем жителям Барнаула надо было навести порядок в своем дворе, обустроить его, сфотографировать и прислать фото к нам в центр. К нам приносили фотографии огромных клумб, новеньких детских площадок, лавочек у подъездов, песочниц и качелей. Для того, чтобы сделать свой двор лучше, не нужны большие деньги. Вот эту обезьяну, например, жители дома сделали из строительного мусора. Они же и получили первый приз. А этот проект проходил зимой. Жильцы домов соревновались в конкурсе на лучший новогодний подъезд. Итог – не только нарядные подъезды. Мы помогли соседям познакомиться друг с другом. И дети, и взрослые вырезали снежинки, развешивали гирлянды. Лучшие игрушки висели именно в подъездах. Больше всего мне понравилось подъезды в девятиэтажных домах, потому что мы не ожидали, что просто весь подъезд можно в такой степени украсить, что на каждом этаже гирлянды, елки. И понравилось, как нас встречали. То есть фактически весь подъезд, люди все выходили на каждую площадку, каждый свою площадку презентовал, представлял. У всех было большое желание, чтобы приехало телевидение, все это засняли, чтобы их показали. За свой труд жильцы получили новогодние подарки. Победителям устроили праздник «Настоящий Дед Мороз», «Клоун» и «Гном». Они же поздравляли детей из детской больницы номер один. Когда ребенку хорошо, он улыбается. Когда ему очень хорошо, он улыбается всем сердцем. Мы приходим в больницу, чтобы в сердцах детей стало теплее. Мы зовем их поиграть. И тогда забываются и медсестры, и уколы, и капельницы, и тихий час. Ведь во время игры можно и пошуметь, и покричать, и побегать. А если маленькому пациенту совсем грустно, он постоит рядом, посмотрит и присоединится к игре. Каждую субботу и воскресенье мы приходим к детям, мы играем с ними. Это дает им кучу положительных эмоций и способствует их выздоровлению. За этот год мы реализовали еще много проектов и акций. Был и топ-моб «Чисто город», и интернет доброй воли, и вопрос-ответ. Это было так интересно, что хочется делать что-то полезное еще и еще. Добровольчество – дело веселое. Центр – это не стены, а люди. Добровольчество – дело добровольное.